очень крутой ежедневник, вот просто нереально крутой. Тут каждая страница наполнена смыслом. Слушайте, ну круто, продукт вообще достойный. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Это военные сухпайки. Не скажу, где я взяла. Всем привет, мои красотки. Начинаю новый влог. Сегодня пришла еще одна посылочка с Simoland. Покажу, я заказала себе там крутую сумку за 200 рублей, девчонки. И очень крутой ежедневник. Посмотрите, что с моими волосами после ухода от Лекату. Это я еще причесалась, а была вообще прям вот копна и вот такая вот шапка. И цвет классный, очень мне нравится. Прям оттеночный бальзам. Они живые. Я в полнейшем шоке пребываю. Я сегодня, девчонки, намазалась автозагаром. Я знаю, что многих интересует именно вот этот автозагар от Avon. Он в виде пенки, девчонки. Я намазалась 2 часа назад. Лицо, зону, декольте, плечики так чуть-чуть захотелось. Этим летом я без моря, а загорела быть хочется. Сейчас, может быть, отпуск начнется, пойду похожу немножко в солярий. Вот. Так что смотрите, в общем, пенка классная. Я ее брала, мне кажется, еще осенью. Она прям пенка-пенка, и ее нужно наносить и сразу распределять до полного впитывания в кожу. Тогда не будет никаких пятен, ничего. Загар потихоньку начал проявляться, уже личико такое загорелое. Не забываем, когда наносим автозагар, вот сюда вот немножко на уши заходить и на зону роста волос вот так вот слегка. Да? И везде, веки, все как следует, эту пенку втираем, впитываем. Такое блестящее лицо пока получилось. Я сейчас так еще похожу пару часиков, потом, когда пойдем за посылкой на улицу, я пройдусь все-таки матирую чем тоником, чтобы не было такого жирного блеска. А так мне очень нравится. Я ее, причем не заказывала в Avon, мне как-то приспичило именно автозагар, я его искала и нашла в магазинчике Avon. В общем, и мне кажется, этого баллона хватит неизвестно насколько. Я пробовала и все тело с ним, тогда надо работать в перчатках, потому что иначе ладошки ваши пожелтеют, будет некрасиво. Да, вот если с рукой сравнить, лицо уже такое загорелое. На волосы я вообще, девчонки, не нарадуюсь, я прям в таком диком восторге и от цвета, и от того, как они лежат, вообще просто шикардос. Ну что, сейчас пойдем убираться, потом придет еще заказ от Yves Rocher, не знаю, в этом влоге сниму вам или отдельно, там моя полюбившаяся мной водичка вообще супер. Я делала его по бланку, и так долго времени у меня на это ушло, потому что ни в одном каталоге, который попадался мне в интернете, я не могла найти эту воду. Она оказалась только в августовском каталоге, в подарок ее можно было выбрать, да? Вот, и я наконец-то его сделала, этот заказ по бланку. А сейчас еще такие крутые предложения на сайте, наверное, буду из сайта делать заказ. Так что вот такие, девчонки, дела. Сейчас буду убираться, потом пойдем за посылкой. Девчонки, готовлю ужин, и у меня последнее время, так как времени совсем мало, часто пользуюсь я вот этими вот готовыми, практически готовыми блюдами от Увелки. В Пятерочке беру, девчонки, расскажите, вы берете. Здесь гречка в сливочном соусе, в сочном соусе по-сибирски. Нужна была к ней говядина, но у меня была индейка. И все. Грибы, шампиньоны я уже сама добавила, порезала. Вот способ приготовления. Меня вообще выручают очень часто вот такие продукты. Вода уже закипела, сейчас буду варить гречку. Тут она с чем-то, возможно, с грибами, с белыми, кстати. И потом в мясо с грибами буду выливать вот такой вот соус. Это все было в коробке. У меня еще вот такие макарошки есть. Вот, кстати, моя кошка Муся, Муся. Ее просто никто никогда не видел, она есть. Ей уже почти 16 лет. Мусенька, привет. Она к людям вообще не выходит, всю жизнь живет сама по себе. Это вот лучшее, что можно с ней сделать, подойти, дать вот так вот ручку. Все. Она маленькая, худенькая, ей уже 15 лет, старенькая. Вот еще есть у меня какое блюдо. Паста карбонара в сырном соусе. Мы уже позавчера такую ели. Я 2 взяла, в Пятерочке беру. Иногда, чтобы стояла, знаете, иногда, чтобы или не идти в магазин, или нет времени приготовить вкусный ужин. Здесь дополнительно нужен бекон. Там паста. Соус карбонара сырный, и вы покупаете бекончик всего лишь, или может быть у вас есть колбаска, сосиски, режете, обжариваете, заливаете соусом, смешиваете с макаронами, вкуснятина. Я еще брала болоньезы, по-моему, макароны, что-то из этой серии еще брала. Ну, в общем, мне нравится, девчонки, на самом деле быстро и довольно просто. А гречка, кстати, да, с белыми грибами, потому что такой аромат на всю кухню вообще белых грибов обалденный. Ну, как бы 15 минут затрат, девчонки. Один ингредиент добавляешь в блюдо, там какой-то определенной, да, гречке вот нужна была говядина, но это тоже все по своему усмотрению, можно и курицу взять, да, как хотите. Шампиньоны я тоже сама, потому что дома были, сейчас это все дело обжарится, сюда зальем соус, и будет вкуснота.
И вроде как 15 минут на это все затратили. И пока все, что я брала, макароны, гречку, рис, по-моему, я с чем-то брала уже даже, не помню, в Пятерочке они все продаются. Все было очень вкусно и достойно. Добавила грибной соус, немного молока, гречка вот уже готова, сейчас водичка немножко испарится. Можно подавать отдельно, сначала гречку в тарелочку, а сверху положить мясо с грибами, с соусом, а можно сразу смешать. Я обычно смешиваю, сейчас гречка сварится, я ее в сковороду сюда перевалю, все перемешаю, и будет красота. Пахнет просто божественно белыми грибами, и на вкус оно так, они действительно там в составе есть сушеные. Может быть, конечно, в соусе есть что-то вредное, но вот именно эти продукты от Увелки я применяю на экстренные случаи, да, когда нет времени приготовить что-то или нет возможности сходить в магазин. Вот такая красота, девчонки, получается. И вкусно это тоже невероятно. Девчонки, забрала посылочку от Simoland. И Фраше еще не пришла, но должна прийти, сказали, вот прямо полчаса назад еще должна была машина приехать, но что-то нет. Мы решили возле почты погулять, и я вам сейчас тут распаковку прямо устрою. Коробочка маленькая, мне чтобы ее домой не тащить. Сейчас с вами на лавочке посмотрим, что там. Я вам... А ты куда? Поехала. М? Далеко вы поехали, дамочка? Да. Что да? Ты нас довезешь? Да. Покатаешь? Хорошо. Садись. Сейчас посылку распакую и к тебе. Хорошо. Так, ну что, сейчас с вами распакуем все это дело. Блин, не так-то это легко. И посмотрим. Вот уже сверху сумочку вижу. Сейчас распакуем тоже, посмотрим. Так, что тут еще у нас? Крючки я вот такие, девчонки, заказывала на кухню. На них полотенце вешать. Ну вот на шкаф они крепятся. Попробую. Покажу вам потом. 40 рублей. Стоит это счастье. Сейчас все в сумку переложу. Вот такое вот крепление беру. Уже не первый раз. И на Simoland второй раз. Смотрите, это для балконной двери. Потому что у нас там сломался замок. И мне, как всегда, неохота вызывать мастера, чтобы сделать. Да, нет бы давно сделать. И когда мы выходим на балкон, чтобы там закрыться, да, вот это вот крепление используем. Причем вот эта вот штука у нас осталась, она стоит. А вот эту мы заменим тогда. Вот. Будет это запасная. Так, дальше. Стакан непроливайка. Вот такой взяла, 20 рублей. И вот этот 12, точно помню, маленький. Так, что здесь еще? Магнитные закладки. Я, кстати, никогда в жизни не пользовалась магнитными закладками. Прям очень даже интересно. Вот такие вот с котиками красивые. И вот такие с енотиками. Сейчас тоже открою, посмотрим. Надо все будет это, наверное, переложить в папку. Вот такая папка формата опять для тетрадей. 60 рублей. На молнии с совушками. Ну, прям комплект такой с совушками. Так, что тут еще? Дневник. Да, распаковку на улице я еще никогда не снимала. Так, дневник. Тоже вот для комплекта с совушками. Хотя мне, если честно, понравился. Там классный такой... из кожи зама, красивый дневничок, розовый, стильный. Но девчонки, знакомые меня, у кого дети уже ходят в школу, отговорили, сказали, зачем в первом классе они вообще только учатся их заполнять. Ну, вот обычный классический такой дневник, тоже он рублей, девчонки, 60. Вот тут вообще кайф. Вот это кайф, это мой ежедневник. Я вам сейчас открою его, покажу. Он нереально крутой, у него крутые страницы. Так, а пока дальше... Так, это пенал вот такой с пайеточками для чего-нибудь. Хотя есть такой большой пенал доброт, но вот такой с пайетками еще взяла. Пригодится. Тоже что-то, девчонки, 40-50 рублей. Так, и что у нас тут еще? А, вот большая папка, в которой мы сейчас все будем складывать. Сейчас достану, покажу. Вот такая вот, нет, вот это вот, наверное, А5. Нет, А4 формата, да, А4 папка. Тоже для чего, не знаю, для трудов, что ли, нам в школу нужна. Помялась, лежала согнутая пополам. Такая вот обычная папка. Сейчас я все туда буду складывать. Магнитные закладки. Вот что они из себя представляют. А то есть мы вот так сверху на страничку чпок. Я сейчас себе обязательно какую-нибудь возьму для ежедневника. И мы с вами попробуем. Пенал внутри был с поролоном. Кстати, красивый, добротный. Я думала, сейчас будет такая фигня какая-нибудь с пайетками. Нет, хороший, красивый. Смотрите, золотой тесьмой отделанный. Вообще классный. Так, а здесь у нас в обратную сторону серебряный, да. Ну, такой вместительный пенальчик. Дети любят такие вещи, поэтому пусть будет. Я уже тут в папку все сложила, аккуратненько все складываю. Очень вместительная, кстати. Вот. А вот она, сумка. Вот как она выглядит. С
Смотрите, тут ручка, наверное, внутри, она под кожу сделана, кстати, очень прикольно, мне нравится, прям даже вот это вот все под кожу. Так, одно отделение наружнее, я не знаю, влезет у меня сюда телефон, вот в это маленькое, наверное, только навряд ли. Да, вот в это не влезет, это так, денежку положить, ключи, помаду. Так, и внутреннее. И вот внутреннее отделение, довольно просторное, вот он ремешок. Я люблю такие сумки, летом особенно с такими гонять, это очень удобно на самом деле. Ремешочек. Ремешок должен быть длинный, но, по крайней мере, на фото на сайте он был длинным. Да, он действительно длинный. Вот такой. И внутри она красиво очень сделана. Здесь, по-моему, больше нет никаких карманов. Ой, не падай. Никаких карманов, по-моему, нет. Да, все. Ну, вот сюда точно телефон мой войдет. Ну, смотрите, как две ладони получается размер сумки за 200 рублей. 200 рублей она стоила, это вообще, конечно, шик. Еле пристегнула ручку. Здесь такой добротный, крепкий замок, девчонки. Вообще, вот сейчас ради интереса ежедневник мой влезет. Ну, навряд ли, конечно. Осталось нам только его посмотреть. Нет, вот по сравнению с ежедневником, смотрите, какой размер. Чуть-чуть поменьше. Сумочка. Он безумно крутой и тактильно. И смотрите вниз, внутри какие странички. My name. Цель на сегодня. Заметки. Пей больше воды. Мое настроение. Цель на сегодня, мое настроение, даже можно отмечать. Смотрите, в этом году я, вот прям на год можно спланировать, дата, подписи, чтобы не было отмазок, все обязательно исполнить, да? Так, что тут у нас интересного еще? Вот, танцуй, сегодня можно все, порадуй незнакомца, спой песню. Ну, прикольный, он нереально крутой и очень удобный. И смотрите, на каждой страничке пей больше воды. Это прям напоминание, нарисуй, что висит у тебя на потолке. О, девчонки, у вас что-нибудь висит на потолке? В общем, много всего интересного. Если лифт к успеху не работает, используй ступеньки, да? Такие мотивашки всякие. Недельный план. Чтобы дойти до цели, надо идти. Цитаты всякие прикольные. Ну, вообще, крутой ежедневник. 164 рубля он, по-моему, стоил. Все упаковала вот в эту сумку, все влезло. Свою сумку сейчас на плечо одену. Я специально не стала брать сумку, потому что у меня закралась мысль, что я все-таки буду снимать распаковку на улице. Сидим пока здесь, ждем заказ и фраше, машину. Ребенок уже нашла себе подругу и носится с ней. Она тут такой красивый скверик. И вот там вот находится почта. Ну, углу прям. Смысла не вижу уезжать, если сейчас машина придет. Лучше пока здесь посидим. Погода хорошая, пятница, гуляем, отдыхаем. Дети куда-то спрятались. Вообще круто, конечно, на улице снимать. Я бы, если была моя воля, вот так вот брала бы все время косметику, обзоры делала бы на улице. Естественно, освещение. Все цвета передаются четко, красиво, все-таки при искусственном не то. Распаковка на свежем воздухе – это вообще тема. Надо об этом задуматься, пока хорошая погода. Вообще здорово. Ну, а что так взял с собой штатив, пошел на полянку. У нас есть такие возле дома, недалеко от дома. Взял с собой штатив, коробочку, пошел на полянку. Сиди себе. Красота. Ну, только когда солнышко, конечно, не айс. Че это, пупсин? Скажи всем привет. Всем привет. Че надо? Секрет? Не скажешь, да никому? Сидим, ждем. На какую планету? На ту. Ну, я залезаю. Держите, пожалуйста, папочку. Свою школьную. Тебе-то хоть понравилось все? Да. Где черные трубы, на другую планету? Мне залезать? Да. Я залезаю. Все, мы летим на другую планету. Мама уселась на качели, качели сразу перевесили. Ты раскачивать будешь, да? Угу. Маленькая, ты меня не осилишь, наверное. Ой, ой, качаемся. Ай. Как давно вы качались на качелях? Ну, это же классно. Еху! Самолет. Ой, нет, вертолет где-то летит. Слышишь? Может, огнемет? Какой огнемет? Самолетные, огнеметные. Нет, ну слава богу, огнеметы у нас сейчас не летают. Скажи, ты хочешь в школу? Не хочу. Совсем? Ты бы в садик всю жизнь ходила, да? Да. Да, вот так вот. Я хотела, помню, в школу. Нет, этот малыш всегда хочет ходить в садик. Лет до 50. На школу. Потому что все время в школе красивая. Красивая? А, вот, наконец-то ты начала ценить, да? Угу. Что весело собираться в школу. Сумка за 200 рублей просто огнище. Вообще, я не нарадуюсь, девчонки. Я за 200 вот еще нигде не видела, честно. Вот она. Висит уже. Все, все вместилось, все влезло. И она, длинная ручка, получается, даже ниже попы. Куда ты ведешь меня, Сусанин? Туда. Что там? Тебе хочется разведать все места возле почты? Да. Что сказать?
сходить в какое-то место. С папочкой делова идет. Недолго мы гуляли, наверное, минут 15, и на почту, причем приложение оповещение еще не писало, на почту пришло, а завезло. Будем гулять. Будем, конечно. Да. Пришло оповещение, что заказ на почте уже. Пойдем сейчас заберем его, поедем домой. Я вам, наверное, отдельным видео отсниму, потому что, может быть, там придет интересный каталог или бланк. Я надеюсь, что почтовая рассылка все эти вещи присылает. Вот, и полистаем с вами, посмотрим, может, каталог, бланк и заказик, все в отдельном видео. Идем. Чего? Куда идем, с пятачком? Конечно же, на почту. Конечно же, снова на почту. Не буду кататься. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Это военные сухпайки. Не скажу, где я взяла. Смотрите, какая красота. Я помню, очень-очень давно мне муж как-то с работы приносил вот этот состав. Мне прям хочется открыть, посмотреть. Я помню, что они безумно вкусные, очень крутые. Там, помню, была очень вкусная тушенка. Вот эти вот каши с тушенкой, с мясом. Просто супер. Сейчас открою, вместе с вами посмотрим. Тут открывается еще так прикольно. Зип-пакет. То есть можно обратно закрыть. И вот такая коробочка. Какая красота. Салфетки. Салфетки. Так, это, по-моему, галеты, если я не ошибаюсь. Да. Из муки пшеницы. Вот их сколько. 4 пачки. Так, это у нас каша гречневая с говядиной. Интересный состав, посмотрите. Говядина, крупа гречневая, вода, жир говяжий, топленый лук, соль, перец черный молотый. И все, представляете? Так, говядина тушеная, высший сорт. Говядина, жир говяжий, лук, поваренная соль, лист лавровый, перец черный молотый. И все. Вау. Ложечка. Ой, какая прелесть. Так, это что? Повидло яблочное. Сахар. Сахар. Снова сахар. Что это такое? Адаптовит. Концентрат для напитка тонизирующий. Ничего себе. Вообще круто. Тут какой состав, интересно. Сахар. Белый свекольный экстракт концентрата яблочный шиповника. Крахмал картофельный стабилизатор. ЕЕЕ. Элеутерокок прополис. Ничего себе. Это действительно такой солдатам выдают. Слушайте, для иммунитета крутая штука. Еще 2 ложки. Всего 3 ложки получается. Так, это что? Это батончик. Чернослив с орехами. Супер вообще. Тут состав. Чернослив, фундук и сахар. Класс. Сыр плавленый. Так. Личо. Ну вообще с ума сойти. Блин, как я люблю вот эти штуки. Что это, девчонки? Я не знаю, что это. Мужа потом спрошу. Банки открывать, наверное. Так. Ой, разогреватель портативный. Это для горелки, наверное, да? Перец. Так, это что? Говядина с капустой. Ничего себе. Состав тоже обалденный. Так, это что такое? Фарш колбасный любительский. С ума сойти. Чай. Чай. Вот это штуки, наверное. А, это спички. Смотрите, какие классные, блин. Вообще супер. Кофе. Салфеточки, соль еще одна и бумажка какая-то. По составу, наверное, да? Что-то тут рекомендуется. Угу. Супер вообще. Столько всего в одной коробочке. Красота. Буду все пробовать. Я помню, что они очень-очень вкусные. Вот эти вот военные, солдатские, армейские пайки. Привет, красотки. Сегодня хочу с вами потестировать новиночки от Себа Вегеталь. Все-таки пришел заказ и в Роше. Я вам отдельное видео уже отсняла. Оно, скорее всего, выйдет раньше влога. И там был вот такой вот Себа Вегеталь линеечка. Я взяла гамаш. Гель-гамаш против черных точек 3 в 1. Хочу очень с вами протестировать. И вот такая вот мицеллярочка для чувствительных глаз. С Василечком ее тоже нахваливали. У меня в заказе было 2 штуки. Одну я ставлю себе. Одну до следующего розыгрыша, да, в бьюти-бокс будет ждать. Вот, так что сейчас с вами все протестируем. Хочу еще сделать маску для волос, девчонки, от Ликату. Вот она. Уже тонирующим не буду, бальзамом, потому что он на самом деле такой вот, ну, насыщенный пигмент, который долго сохраняется на волосах. Мы с вами первый раз, да, сделали, подержали 10-20 минут, даже второй раз я просто с ним ополоснула волосы, у меня оттенок прям вот сохраняется. Поэтому сегодня ничего оттеночного не будет. Сегодня будет вот эта вот масочка для восстановления. Но сначала хочу пройтись скрабиком, немножко почистить кожу головы. Мне очень нравится этот скраб от Эфраше. И вы знаете, мне нравится скраб из Фикса. Как ни странно, вот такой вот закос под японскую линейку, да, это не Сайдо, по-моему, а какой-то другой.
Здесь полная противоположность вот этому скрабу. Тут мелкие частички, как песок, их тоже много, тоже круто скрабировать. Я ни разу еще не пробовала на сухую скрабировать кожу головы. Да, я все время обычно волосы помою, потом проскрабирую кожу головы, наношу бальзам-маску. Девчонки сказали, что на сухую работает вообще еще круче, поэтому хочу попробовать именно так. Не знаю, что из этого выйдет. Тут частички крупные, будут, конечно, застревать, но мы все это дело с вами потом вымоем. Так что давайте приступать. И напишите, девчонки, как вы делаете, на сухую или нет. Кстати, когда я вспоминаю, что нужно все-таки использовать скрабы для кожи головы, у меня гораздо быстрее начинают расти волосы. Вот уже сантиметра на полтора они, наверное, отросли. Сейчас попробуем, как это будет выглядеть, я даже не представляю, если честно. Слушай, не, нормально, мне кажется, просто в таком случае на сухую будет большой, девчонки, расход. Просто больше, нежели вы когда наносите на мокрые волосы, на мокрую кожу головы. Там как-то расход, мне кажется, поменьше. Ой, ну круто, скрабируют, кстати, на сухую. На самом деле круто, правда. Так гораздо сильнее частички чувствуются. Ух, прям огонь. Сейчас еще щеточку свою для головы принесу. Вот эту. С Алиэкспресса, она у меня за копейки. Ой, так вообще хорошо. Да этой щеткой можно и без скраба, в принципе, тогда. Отпадает необходимость в скрабировании. В общем, я, девчонки, сейчас поскрабируюсь. Все это дело смою, нанесу масочку на волосы и к вам вернусь. Смотрите, да, кстати, скрабик нормально. Очень даже неплохо. Сейчас будем с вами наносить масочку. От Ликата. Девчонки, все ссылки оставляю в инфобоксе. На сайт Ликато, на сайты Фраше и на продукты, которые сегодня будем тестировать, тоже оставлю в инфобоксе. Такая масочка достаточно густая. Я наношу обычно на чуть подсушенные волосы полотенцем, то есть голову шампунем помыли. Полотенце волосы обернули, пока там сделали еще какие-то свои дела, волосы в полотенце подсохли. И потом убираем полотенце и наносим на чуть подсушенные волосы маску. Так любая маска и любой бальзам даже работает гораздо круче. На все волосы как-то... Ой, пахнет классно. Особенно на кончики. Нажженные. Как они у меня еще живы. Бедные мои. Потом, девчонки, прохожусь расческой и все, я оставляю. Не завязываю в пучок, могу надеть шапочку, но в пучок уже ничего не завязываю, потому что мы так делаем на волосах залом. Я уже так делать не хочу. Гнуть их, ломать, когда они мокрые, они подвержены... Подвержены чему они, девчонки? Травмам различным, в общем. В общем, вот так прочесываю широким, да, гребнем. И все, и оставляем. Потом будем смывать. Если волосы длинные, конечно, тут, ну, как ни крути, надо закалывать. Хотя бы не туго, а так, с крабиком. Так, сейчас, девчонки, будем с вами снимать макияж. Мицеллярочка достаточно нашумевшая. Сейчас посмотрим, настолько ли она хороша, насколько ее нахваливают. Если она для чувствительных глаз, девчонки, она, значит, не должна, по идее, щипать глаза. Много налила. У меня вот такие квадратные ватные диски из Фикса. У меня тушь Faberlic от Glam Team, которая смывается достаточно тяжело. Но всеми мицеллярками, в принципе, которые у меня есть, она смывается. Но единственное, что с эффектом панды частенько. Слушайте, а тут даже без эффекта панды. Ну, вау. И достаточно стойкую тушь. Мицеллярка для чувствительных глаз. Здорово. И не щипит. Я ватный диск смочила, мама, не горюй. Мне прям в глаза заливается. Слушайте, ну круто. То, что не щиплет особенно. После таких мицеллярок уже не захочется другую. Нет, ночь крутая, также здорово снимает Faberlic Expert Pharma. И абсолютно не щипит. Хоть лей ее прям в глаза. Все. Опа. Больше макияжа на моем лице нет. Слушайте, ну здорово. Мицеллярка нравится. Вообще супер. Такая комфортная. Запаха практически никакого нет. Ой, слушайте, нет. Вот этот глаз чуть-чуть защипало. Ну прям вот совсем грамулечку и сразу прошло. А так, все отлично. Сейчас смоем ее водичкой и будем пробовать с вами вот этот гамаш. Всем, я вам говорила в обзоре заказа, что он пахнет, как вся линейка Себа Вежиталь. Нет, девчонки, он так не пахнет. Он пахнет вкуснее, потому что для меня линейка Себа Вежиталь пахнет огурцовым лосьоном из Советского Союза. Здесь немножко другая душка, знаете, есть даже такой отдаленный отголосочек свежескошенной травы. Классный аромат. Такая душка более-менее натуральная. Частички не округлые, то есть они шлифуют хорошо и скрабируют хорошо.
Они угловатые. Вот он пенится. Я люблю такой ход. Ой, мне очень нравятся девчонки. Их много. Я не скажу, что они прям травмируют, раздирают кожу. Нет. И как-то такое ощущение, что когда вот он начинает пениться, эти частички уже пропадают. Их практически не чувствуешь. Но это моя кожа. Может быть, для чувствительной, тонкой кожи это средство не подойдет. Мне очень нравится. Да, вот когда он начинает пениться, такое ощущение, что эти частички, все, их уже практически на лице нет. Да. Я люблю с такими средствами поделать еще массажик для лица. Руки хорошо скользят. Везде пройтись. Проработать мимические морщинки. Заодно уж. Ну и смываем. Слушайте, ну круто, продукт вообще достойный на самом деле. Кожа очищена до скрипа просто. Я еще натерла, да, но у меня красная. Поры все вычищены. Прям чистые-чистые. Все поры светлые. Это здорово на самом деле. Вообще супер. Сейчас мы сделаем с вами какую-нибудь масочку. Давайте вот такую очищающую еще до кучи от Левраны. И потом нанесем и тоник, и кремушек тоже из этой линейки Себа Вежиталь, чтобы прям вот до комплекта. И красота. И пока буду ходить с маской, как раз придет время смывать и маску с волос. Посмотрим на эффект. Прошло 20 минут, сейчас будем с вами все смывать. Масочка Ликата не разочаровала, как и другие средства. Я уже поняла, что это вообще классный уход, и мне очень нравится. Почему? Потому что шампунь, что маска, что бальзам, что не смывашка делают как бы эффект ламинирования на ваших волосах. Вот сейчас, когда смывала, опять это почувствовала. Волос какой-то плотный. И сглаженный. То есть чешуйки, они все сгладились. Поэтому для меня пока, девчонки, вот уход за волосами Ликата на первом месте. Вы мне уже писали в отзывах, в комментариях, что есть отзывы как и негативные, так и положительные. У них странные акции. Ну, можно же купить через Wildberries, чтобы не было вот этих странных акций и с доставкой проблем. Это во-первых. Во-вторых, я не понимаю отрицательных отзывов. Может быть, девчонки, у кого нормальные волосы, им эти средства утяжеляют их. Но вот эта программа восстановления, не знаю, для меня это просто шок. Я прям вот в диком восторге. Так, девчонки, теперь по лицу пройдусь вот таким вот тоником, тоже из линейки Себа Вежиталь. Он у нас двухфазный, там такой осадочек есть интересный. И цвет у него тоже интересный, практически такой же, как у Гамажа, коричневый. Чтобы добить уже уход, чтобы у нас сегодня он таким был очищающим. Именно для жирной комбинированной кожи у нас с вами получился сегодня уход. А еще вы у меня спрашивали отзыв неоднократно по крему матирующему, который мы сейчас с вами будем наносить. Тоже линеечка Себа Вежиталь. Какой лучше? И Фраше, или кислородный баланс от Faberlic? Я уже девчонкам отвечала, что по матированию они в принципе схожи. Но вот этот крем от И Фраше, он плотней. Я бы, знаете, как назвала его? Это зимний уход для комбинированной жирной кожи. Не то, что там он утяжеляет или еще что-то. Но вот когда сильная жара, этот крем может немножечко слегка поплыть. У него плотная текстура, прям плотная-плотная. Вы наносите его на кожу, все отлично, она матирована. То есть, если меньше 25 градусов, как бы все идеально. Если жара, он немножко плывет, вот, девчонки. Все-таки лицо быстрее жирнится, быстрее блестит, нежели с кислородным балансом от Faberlic. Там более легкая текстура, и она практически невесомая. Не то, что лицо остается дольше матированным, но как-то вот оно... Ну, может быть, и в жару, да, действительно, дольше матировано. А так, крем идеально матирует, вы видите, это сами он выравнивает, но у него вот такая вот плотная прям такая текстура. Расход у него будет маленький, потому что на коже начинает подтаивать, кремушек разносится хорошо. Так что я не знаю, в принципе, я не могу даже вам сказать, какой из этих кремов лучше, если честно. Они оба крутые, но немножечко вот разная консистенция. Так, ну вот и все, мои красотки. На этом буду влог, наверное, свой заканчивать. Уже наснимала вам много. Ссылки все полезные в инфобоксе. Проходите, смотрите. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.